Вам не холодно? Вас куда одежда делась? Спортом занимался. Спортсмен из молодого человека получился неважным. Через невысокий декоративный забор детской площадки он перемахнул без труда, зато преодолеть преграду повыше уже не смог. Зацепился за арматуру. Пока парень пытался освободиться, разрывая остатки одежды, к нему подошли инспекторы ГАИ. Вы в таком виде по городу гоняете. Вам не стыдно? Угрызениями совести парень явно не мучился. Вся ситуация его только забавляла. Гонки и последующие аварии он всерьез не воспринимал. Не только потому, что не получил даже царапины, но из-за своего неадекватного состояния. Молодой человек был пьян, поэтому, заметив на дороге инспекторов, предпочел скрыться. Но в ближайшем дворе протаранил припаркованную девятку и врезался в дерево. От машины-то вы задели еще? 14 красного. Какая разница? Кто кого задел, как задел? Хозяин, наверное, не очень доволен будет. Не знаю, может, никто не будет доволен. По словам полицейских, водительского удостоверения у молодого человека никогда не было. Автошколу он закончил, только вот экзамены в ГАИ так и не сдал. После оформления ДТП разбитый автомобиль увезли на штрафстоянку, а пьяного гонщика в отдел полиции. В ближайшие несколько лет права парень так и не получит. К тому же ему грозит до 15 суток административного ареста. Равиль Сайганов, Альберт Даминов, Эфир 24.